Всем привет, меня Тим Легобро, и это крутой очередной мод в Майнкрафте. Этот мод заменяет абсолютно всех, ну почти абсолютно всех мобов на костяные. Ладно. И сегодня я хочу проверить это и показать вам. Поехали. Давайте для начала курицу мы видели, пчела. Корова. О, господи. Уйди, морда. Свинка Пеппа. О, какая милая свинка. А где хвост? Вот. Овца. Ну, овцу вы, может, уже увидели. А, погоди, это обычные лошади-скелеты или нет? Я что-то не понимаю. О, а, у меня же инвентарь заполнен. Жалко. Привет, песик. Что? В то время, пока он спавнится, у него хвост опущен. Но... О, какая милота. Белый медведь. Ого, пузо. Фига себе. Создать оцелота. Создать кота. А, ну да. Кот меньше оцелота. Давайте следующую партию возьмем. И я хочу на них посмотреть. Крипер. Офигеть. Ну-ка, что будет, если его побахнуть? Крипер мы уже убираем. Не иди туда, дебил. А, ну обычный взрыв. О, прости меня. Песик, молодец. Господи, меня страшно с этим ресурс-паком. Ребят, если вы хотите, я могу пройти Майнкрафт с таким ресурс-паком. Да уйди ты. Да уйдите вы от меня. В центре никого нету. Станет край. И я. Офигеть. Воры. А. Воры. Я вор. Ой, какая милота. Ну, кстати, крипера вернуть надо. Давайте попробуем. Скелет не изменился. Скелет-иссушитель. Он тоже не поменялся. Он, по-моему, выше даже обычного скелета. Да офигеть. Знаете, мне он напоминает посланника тьмы. Из последнего богатыря посланник тьмы. Только меч у него похож на железный, не каменный. Уж как в Майнкрафте. Бродяга. Понял. Ой, вы не против, ребят? Опять крипер уберу. И перебью всех. Бродяга. Я его что-то уже кокну. Ну ладно. Давайте его еще раз исполним. Блин, ну он так это не изменился. Я не замечал, тогда ожерелье у него на груди. О! Большой. Так. Такие.
Надо убить, чтобы они хотя бы никого не убивали. Все. Так, ну дальше у нас создать паука. Ого, паук тоже костяной. Зомби спал. Повезло. Так это обычный скелет. Зомби маленький. Что? Он стрелу подобрал. Какая милота. Ну это реально, от обычного скелета не отличается почти. Да не отличается вообще. Только лоб у них разный. Давайте за мгновение ока у нас будет день. Видели мою магию? О, шлем выпал. Лошары. Ух ты. Мило. Лошадь зомби. Обычная лошадь такая, зомби лошадь такая, скелет лошадь такая. Где какая, не разберешь. Тропическая рыба. Ребята, у них цветные кости. Круто. Вот у вас. У них реально тут цветные кости. Они костяные, и они цветные. С ума сойти. Дальше у нас треска. Что вы не хотите? Вы именно на воде спамитесь. Почему? Как будто... Ладно. Как будто я вас вот так спамлю. Ну и куда-то от воды подальше. Ну ладно. Дальше у нас лосось. Ого. Это акула целая. Дельфин. О, маленький дельфинчик. Ого. Хвост корабля. Давайте на суши посмотрим. Вау, как мило. Давай, плыви. Дальше у нас морская черепаха. Блин, ребят, у них пузо бежевое. Панда. О, сколько у нее ребер. Я уже говорить даже не могу. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И, погоди, а последнее ребро тазовая кость, что ли? 18 ребер. А у человека их сколько? Не знаю. Лиса. Лиса, лиса. Блин, такая милая. Лиса самая милая. Что с хвостом у нее? Будто оторвали конец хвоста. Мне страшно. Лиса самая страшная тут. Ну и... Не самая последняя. Грибная корова. О, грибы. Знаете, я думаю, что грибы это тоже вот у нее вот как кости. Летучая мышь. О, круто. Попугай. С ума сойти. Он чисто из костей состоит. Это уже видно. Это нормально. Кролик. Не смей. Что ты? Слизень. Ты что, ку-ку? Понаблюдайте зрелище, как лиса убивает зайца. Детские видео. Это же Майнкрафт. Да на него нападай. Лама. О, лама. Господи. Спасите, помогите. Лошадь. Ч
чё мне на маленьких так везет или... А, ну, а не, здесь у них морда более узкая. Тьфу. О, тоже самое. Я не могу уже. Мне смешно. Осёл. То же самое. Лошадь-скелет. То же самое. Господи. Все мобы, яйца призывов мобов именно, помещаются ровно. Вы не поверите, но ровно в 7 таких 9-слотовых полосок. Давайте. Спрут. Предатели. Понял. Пещерного паука. То же самое. Только более маленький. Корова, ты что? Ты всех убила? Молодец. Фу, у меня арахнофобия. Помогите. Да ты достал. Нет. Стражи. Вау. Красивый. Вау, еще красивее. Офигеть. Ребята, посмотрите, что внутри у него. Обитатель края. На чешуне с ней изменилась. Что? Черная овца. Что? Черная овца. Прикиньте. Лавовый куб не изменился. Страйд. О, блин, он не изменился. Сейчас он, ему холодно, сейчас он станет красным. Понял. Хоглин. А, не. Пиглин. Мне кажется, для адских зомби, адских мобов не заменили. О, коза, обожаю. А, точно, они же это. Ну да, но это. Извините. Или на бесте. Ух ты, какой красавчик. Рогенштерн. Вот так себе представляю Рогенштерном жизнь. О, лунтик. Лунтик. Мне кажется, по ушам или это голубой аксолотль. Дебилы. Оранжевый аксолотль. Розовый. Темно-розовый. Оранжевый. Розовый. Они всех перебивали. Гаста. Нет. Что? Я не знаю, что с тех пор еще выпасть может. Ифрит. Шалкер. Давай, откройся. По-моему, он тоже не изменился. Твою за ногу. Что у тебя там пусто как-то? Ну, это единственное, у кого отверстие это есть. Поборник. Господи. Житель без одежды. Вызыватель. Житель без одежды, но в плаще. Как бомж выглядит. Вот это настоящий реальный бомж. Ой, какая какашка маленькая. По ней еще фиг попадешь. Что? На одной залитого меча не погибает? Бессмертная тварь. Ну, братан. Ты попал. Ой, этот хрен там же.
Дальше у нас бродячий торговец. О, со своими ламами. Господи! О! 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 Мертвецы. Тайна Коко 2. Майнкрафт. Черт тебя за ногу! Так, что, все? Рейд отбили? Дальше у нас... Ну, селянина мы смотрели уже. Зомби. Ты дебил! А ты-то куда идешь? Я тебя спас, фантом. Что? Мне показалось? Вау. У них опять пузо покрашено. И последнее. Это мародер. Нет, ты... Thank you. А, это спасибо. Please. Вот такой ролик, ребят, у нас получился. Ты быканул на попугая. Этот мод заменяет почти всех животных. Он не заменяет адских мобов. Мобов. Ребята, давайте проверим кое-что последнее. Я введу одну командку. Эх. О, халявный туннель. Да не, обычный. Да не. И голем. Блин, я спалил уже. Хотя я мог это... Что? А где визор? А. Я уж испугался. Давайте сразу нескольких, чтобы они сражались. И, к сожалению, это вам не покажу. На одного. Что? Что, простите? Что, простите? Я вот что-то сейчас не понял. Подожди меня, где ножницы? Нигде они, а вот они. В этой экипировке. Ладно. И давайте последнее, это снеговика. Снег. Не изменился. Ладно, ребят, всем пока. С вами был я, Тим Легобор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Всем пока-пока. Кстати, кто вам больше всего понравился? Мне вот понравился вот он вот. Супер крутой визор. Ой. Ты мне мешаешь. Супер крутой эндерман. Ой. Нифига себе. Ты то, что компашка собралась. Не знаю, как вы вылезете, но я пошел. Пока.